Всем привет, дамы и господа, вы на канале Мегайда, и сегодня у нас очередной эксперимент. Я гулял по торговому центру, иду, смотрю, красивая такая вывеска, такие баночки разные, и там разные шоколадки, лимонады, спрайты, фанты, какие-то вкусы интересные, марсы, напитки, баунти, и здесь мне приглянулся лимонад Чупа-чупс с клубникой. И почему-то я решил, а почему бы нам сегодня не сделать в точности такой же лимонад, но только своими руками с настоящих чупа-чупсов со вкусом клубники. В конце мы сравним, что вкуснее из чупа-чупсов настоящих, либо вот этот лимонад из банки. Давайте начнем готовить. Нужно рассчитать, сколько нам нужно налить воды, чтобы растворить чупа-чупсы. Здесь написано 375 миллилитров. Значит, нам нужно где-то примерно 200 миллилитров сиропа или 150. Берем стакан, наливаем горячую воду. Половина стакана где-то. И распечатываем наши чупа-чупсы все. Их я взял 8 штук. Распечатываем. Распечатали чупа-чупсы. Теперь включаем плиту. Выливаем сюда 200 миллилитров простой горячей воды. И выкладываем чупа-чупсы. Нам нужно растворить чупа-чупсы в этой воде. Сейчас он закипит. Будет квадратный. И вот так вот постепенно у нас они растворяются чупа-чупсы. Становится все меньше и меньше, а жидкость становится розовенькая и запах очень приятный. Итак, ребята, как вы видите, чупа-чупсы почти растворились. У них тут уже, смотрите, виднеется белая жвачка. Сироп очень стал густой, насыщенный. Сейчас еще немного и будем вытаскивать наши остатки жвачек и чупа-чупсы. У нас останется просто сиропчик вот такой вот. Выключаем плиту. Надо взять тарелку сейчас. Берем сироп и выливаем в тарелку и остужаем. Такой получился сиропчик. Вот осталось что от них. Прилипла кастрюля. Этот сироп у нас должен немного остыть. Сироп остынет, и мы начнем делать наш напиток. Остыл сироп, скорее всего. Такой он стал у нас густой. А на запах, ну-ка, запах клубники. Здесь у нас где-то 200 миллилитров, но в банке 345 миллилитров. Значит, нам нужно где-то 150
миллилитров дозированной воды я взял вот газировку. Так, нам нужно лишнюю воду отлить. Берем стакан и где-то половина бутылки, это будет 250 миллилитров, а нам надо 150, еще где-то 100 миллилитров отлить надо. Ну, где-то вот здесь вот 150 миллилитров есть. Отливаем еще немного, все, это нам не нужна вода. И вот, и теперь мы сироп, вот этот, должны залить в бутылку. Переливаем. Залили. Теперь закрываем и чуть-чуть перемешаем. Вот так вот, не резко, вот так вот, потихоньку. Перемешали. И давайте сейчас в морозилку минут на 7, чтобы был прохладненький у нас этот напиток и вот этот напиток. Вытащили мы с морозилки наши напитки. Давайте посмотрим разницу в цвете и во вкусе. Это вот наш домашний рецепт лимонада чупа-чуп с клубникой. Цвет вот такой вот. А это получается у нас... Где их делают? Не написано, что где-то. Ну, скорее всего, в Китае или в Америке. Потому что вот, видите, здесь разные иероглифы какие-то непонятные. Ну, давайте откроем этот лимонад. Посмотрим. И наливаем запах, насыщенный запах, и наливаем этот лимонад. Тут он какой-то белый прям, точно какой-то непонятный. И вот, ребята, посмотрите теперь разницу. Этот вот лимонад банки, вот он белый с пеной, а вот этот вот лимонад из настоящих чупа-чупсов со вкусом клубники. Разницу вы, скорее всего, видите. Давайте попробуем на вкус. Итак, ребята, попробуем наши напитки. Сначала я попробую на вкус из торгового центра. Берем. Запах какой-то молочный, молоко с клубникой. Пробуем. На вкус, честно скажу, полная фигня вообще. Какой-то, знаете, молочный, кисло-сладко и чуть-чуть клубничка, там даже ее не чувствуется вообще. Не очень тесно скажу. И теперь попробуем наш лимонад настоящих чупа-чупсов. Смотрите, какой розовый. А запах клубнично-сладкий, знаете, такой. Ну, на вкус. Вот это вкусное. Знаете, такой сладкая кислинка такая и прям клубника, реально прям. Вот это вот намного лучше. Если равнять вот это, то это вкуснее намного. Слаще, насыщеннее вкус, ароматнее. Вкусно. А это так, на любителя. Вот такой вот получился рецепт. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я желаю вам всего самого вкусного и до новых встреч. Попробуйте рецепт. Всем пока!